Это хадис об этом. Мы с вами упоминали этот хадис, помните? Мамин ранбия, мин наби, илля кадрус и мин араят, ма мислю амин алей башар. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, любой пророк, ему было дано что-то из знамений, то, что называют чудесами, да? Из знамений, что-то через что приходят к вере люди. То есть всем пророкам давались какие-то знамения. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ. А то, что мне дано, это откровение, вахи, которое мне Аллах дал. فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И я надеюсь поэтому, что у меня будет больше всего последователей в судный день. Послушайте этот хадис. Всем пророкам давались чудеса. Через эти чудеса, через эти знамения, да, люди приходили к вере. Да, мое чудо, пророк Сусам говорит, мое знамение, которое мне дано, это что? Это вахи, это откровение. Куран и сунна. Это мое чудо, которое дано Аллахом, субхану ва тааля, мне. Куран и сунна. И у меня поэтому будет больше всего последователей в судный день. То есть, на что это указывает? На что указывает, что через Куран и Сунну люди входят в религию Аллаха Субхана ва Тааля толпами. Понятно или нет? Что это, Куран и Сунна, они благословенные, они самое лучшее наставление. То есть причина, почему Пророк Сусам у него будет больше всего последователей? Потому что откровение, которое ему дано, оно до судного дня. Куран и Сунна. И благодаря откровению так много последователей.